Ради Хабиров назвал весьма эффективными встречи с руководителями федеральных ведомств и членами правительства. На неделе глава Башкортостана принял участие в международной транспортной неделе в Москве и провел рабочие встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и руководителем Ростуризма Зариной Догузовой. На форуме в столице страны, в частности, договорились о строительстве в обход Уфы кольцевой железной дороги, что позволит разгрузить город от грузовых составов. Развитием уфимского электротранспорта займется компания «Синара. Городские транспортные решения». Соглашение об этом подписали премьер-министр Андрей Назаров и руководитель компании Юрий Осенцев. С Маратом Хуснуллиным Ради Хабиров обсудил реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», а с Зариной Догузовой – развитие туристических кластеров «Сердце Башкирии» и «Могучий Иремель». Провели очень много встреч. И РЖД, и Минтранс, и Минстрой, и зампремьер-министр, зампредседатель правительства России. Очень позитивное отношение к нашей команде. Федеральные власти дают высокую оценку работе управленческой команды республики, отметил Ради Хабиров. Успехи позволят региону и в дальнейшем претендовать на финансирование из Москвы крупных инфраструктурных проектов.